такая красота на столе. Это сдача. Ну, тут другая еще красота. Заодно и проверим. Это, наверное, будет серия коллекции. Я зарегистрировался недавно в этом, в интернет-магазине Нацбанка и заказал коллекционные наборы. Вот этот, успел я оплатить два набора. 866 гривен за них я заплатил, это 433 за штуку, и плюс еще 85 за доставку двух наборов я заплатил за новой почте. И вот распаковка такая, и заодно посмотрим, что я за наборы. Этот. Так что у меня телефон Android, я потихоньку осваиваю всякие интернет-банкинги, уже могу пользоваться карточками, приложениями всякими. Ну, на новой почте я еще приложения не оформил. И вот такие наборы. Там были еще другие наборы, но я подумал, там был этот червоноколыновый узел, я так ее не заказывал. У нее тираж большой, 125 тысяч. И была помощь, там флаги разные. Ну, меня заинтересовал набор государственных символов. Там три монеты цветные. Также как бы один себе на память в коллекцию, а другой на подарки или потом продам, когда денег не будет. Они как бы должны расти. Вот отправитель — Национальный банк «Дикая Алла Леонидовна». Вот такая коробочка запечатанная. Квитанция. Набор из трех монет в сувенирной упаковке, государственный символ Украины. 866 гривен. Это моя квитанция об оплате, они ее предложили. Такая хорошая коробочка, в которой можно потом что-то хранить. Типа пробки от шампанского. И неудобно снимать и держать рукой. Опля. Вот такая запаковка от Нацбанка. Положили какую-то фигню. Ну, вот этот, как этот с пупырышками. Это целлофан. И вот такие два красивых набора. Ой, очень красивые наборы. Державные символы Украины. State Symbols of Ukraine от Нацбанка. Технические характеристики. Номинал 5 гривен. 3 штуки. Открываем. Набор памятных монет. А, тут даже еще одна страница. А, это чтобы с двух сторон открывать. Ну, описание я не говорю. Давайте на них посмотрим. Это наш герб. Такая монета. Наш стяг. И наш гимн. Да фокус плохо ловится. Угу. Наш гимн. А, там он красный есть. Я думал, что она не цветная, а вот есть, видите, красные нотки там сверху. Плохо отсвечивает. Ну, а с обратной стороны. А, это наше гасло, наша душа и наши колени. Наша душа — это птица какая-то, что ли? Фиг его знает. Ну, просто я вот советую. Я раньше этот был, в этот заказывал монеты в Нацбанке. Ну, это не было интернет-магазина, и надо было идти потом в Сбербанк и покупать. А сейчас вот такие красивые наборы, очень красивые. Я доволен. Вот так. Надо заказывать. И этот, мне заранее сообщение пришло. Этот, чтоб я с утра встал и в 10 утра успел это заказать.
Можно было еще что-то заказать, там, помощь других европейских стран за 200 с чем-то. Она с двух сторон, кстати, цветная. Но у меня денег нету, а на такой наборчик я все-таки решил записаться. Всем всего хорошего. С вами был я. Удачи всем коллекционерам, чтобы они вовремя и всегда успели заказывать.